Так, всем привет, ребятулечки. Я тут занимаюсь своими маникюрами. Я, короче, делаю чай. И иду с малым в магазин за мороженым. И надо купить сахар. И дохавываю торт Тимура, который когда-то был тортом. Здорово, бро. Как дела? Короче, какие-то такие планы. Такие планы, дела. Ну что, Тимур, идем за мороженым? Идем? Да, идем. 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 Так, ребятулечки, мы катим с Тимуром. В магазин нужно сходить. Вечерняя прогулка такая. Ничего страшного, зато слышно. Просто не сегодня видно, потому что сейчас ночь. И мы идем в магазин. И мы идем в магазин. В эту темноту. Да. Пойдем сейчас купим мороженое, что захотелось. Хотя уже погода такая, уже ближе к зиме. Никакого мороженого мне лично не хочется, но Тимур говорит, что ему надо. Да, Тимур? Ну все, сейчас зайдем в магазик такой небольшой тут есть. Есть побольше, есть поменьше. Тимур, ты в школу хочешь? Очень. Спрашиваю малого. Говорю, Тимур, хочешь в школу? Он говорит, конечно хочу, но я помню свои года. Я в ту школу почти не ходил. Там первые классы какие-то там ходил. Остальное половину ходил, половину не ходил, короче. У меня было свободное посещение, можно так сказать. Мама, посмотри, какое дерево. Да, это днем надо показывать. Погода близко к зиме, так похолодало. Да, похолодало, во-первых, ветер. Папа, а у меня все тысячи стран. Смотри, они красные становятся. Нет еще. А когда становятся они красные? Когда мороз будет, сейчас мороза нет. Папа, а снег это мороз, да? Ну да. Это погода, значит, морозится, да? Если мороз, он лежит долго. Если начинает лить, снег начинает таять. Да? Да. Папа, когда снег появляется в сосульки? Да, сосульки. Ну, когда мороз сильный, потом начинает теплеть, начинает снег таять, а потом появляется резко мороз, и вода превращается в лед. Вот тебе и получаются сосульки. А что они такие смешные, сосульки? Не знаю, Тимурчик, почему они такие смешные. Если ты наверху живешь, то их легко достать. Давай дорогу перейдем. Ладно, посмотри. Ты побольше магазин, но мы идем, пойдем сюда. Надо чуть-чуть купить, поэтому. Магаз, в принципе, рядышком. Там светит светильник. Ну да, это готовится к праздникам. Вчера Хэллоуин тут был. И вот посмотри туда. Баба, здесь так тепло. Ну потому что. Баба, смотри сюда, смотри. Мы сейчас мороженое выберем, подожди. Где наше мороженое? А, вот. А какое хочешь? Какое? Мы возьмем вот это. Какое? Вот это. А ну дай подержать. А ну-ка дай посмотреть. Я сейчас прочитаю. Есть еще такое? Ну возьмем такое, да? Мы такое уже ели. Так, и сахар нам. Пошли сахар найдем. А ты, я знаю, где. А ну пойдем покажешь. Здесь, наверное, да? Да, здесь. Или не здесь? А нет, не здесь. Вот где-то здесь. А, вот это не сахар? Подожди, нет, я завезу, это не нарисовано. Как он здесь воняет? Нет, это не тут где-то сахар должен. Посмотри отсюда, здесь воняет. Папа, посмотри отсюда, здесь воняет. Подожди, нам надо сахар найти. Где сахар? Это не сахар? Нет. Так, вот мы и нашли сахар. 31 крона 50, а большой 39,95. А, нет, 38. 38,50. Короче, выгоднее взять 2 килограмма. Короче, 400 гривен, это где-то 100 шведских крон, плюс-минус. Что ты, Тимур, хочешь? Пицца пепперони, большую вот эту. Пицца пепперони. Да, я просто люблю пепперони, очень сильно обожаю. 65,95 стоит она. Возьмем? Возьмем, я такие пепперони ем. Я пепперони ем. Ну, давай пиццу. Возьмем. Давай. Вот, бери. А она тоже большая? Держи. Она точно большая? Да. Может, меняется? Так я подержу камеру. А я так, подержу камеру. Ой, ой. Всем привет, это я. Вот так вот. Вот. Вот я. Вот, короче. Вот. Вот. Короче, вот так. Вот. Вот. И вот. Что ты, блогер? Да вот. Все, папа, она разрядилась. Не, не разрядилась. Просто я заикнул на энергию. Папа.
Опа, а здесь не снимает? Что ты меня, что ты пол снимаешь, а меня не снимаешь? Ты на себя не снимаешь. Снимает она? Конечно. Я не хочу, чтобы она была вырублена. Вруби ее. Купил Тимурчик мороженое, вот взял это. Еще пиццу. Вот такое. Можно и вообще только купить. Сейчас придем, приготовим пиццу, покажем, Украине... какая пицца, да? Вот это в Украине нельзя, это в Украине невозможно купить. Поезд едет где-то. Да, это вот там. Школа рядом, садик рядом. Короче, все рядом. Детские площадки, спортивные комплексы, все рядом, в общем. Такое городишко небольшое, но тут все есть. А если хочется поехать в более большой город, можно прыгнуть на поезд и проехать за там 15 минут те же 20 километров, даже меньше. То есть все быстро. Поезда тут скоростные, как бы. Короче, вечерняя прогулочка. А вон такая. Спутник. Смотрите, вон там спутник. Вон, видите, так ярко светится. То полярная звезда, типа. А где спутник тогда? А не видно сейчас, небо такое полупасмурное. А может он, а какой главный, самая звездочка? Ну, наверное, полярная, она самая яркая. Да, это она сейчас плывет или что? Не знаю. Она что, плывет? Ну, она там в небе далеко. Далеко? А до нее нереально долететь? Наверное. На ракете. Наверное, нереально. Она очень быстро летит. Как бы смывает сильно. Быстрее, машина. А, вообще ты белый. Что? Вот это, что это натворит? Так это ветки. Ага. Отражение. А вы здесь раньше Зеня жил? Зыл когда-то Зеня туда. Знакомый наш тут жил. Рядышком. Сейчас переехал чуть-чуть в другое место, но тоже недалеко. Такие вот дела. Маша мама там ногтями занимает, немножко подзанята, но ничего страшного. Вот такая вот детская площадка рядышком. Вот такая вот непростая. Небольшая площадка вот здесь вот. Вот такая вот рядышком. Рядом с домиком нашим. Вот мы, кстати, мы, кстати, к нему подходим. Вот он красный. Это красный дом. Вот это красный дом и это наш дом. Вот такие вот машинки еще стоят. Еще вот. И электроситок. Вот он. Пойдем. Короче, тихий, спокойный райончик. Чувачок недавно бэху. Такую бэху можно купить за двушку. Да нет, за полторушку евро можно. Мам, я дома. Да, тебе я тут зарезал. Все в порядке, благодаря зарядке. Так, вот такое вот мороженце. Что у нас внутри? Морозилочку сейчас закинем. Ребята, ну если будете в Швеции, будете покупать такую, типа, ну, замороженную пиццу, то эта фирма более-менее такая себе, которую еще можно хавать. Вот такой фирмы, в принципе, пойдет. Но мы сейчас ее закинем в духовочку. Ян, такая высота пойдет? Направо, налево? Налево. На вторую? Да я хрен знает, как тебе подвинуться. Ну и все, будем ждать там дальше. Покажу, что с этого получилось. А вот и пицца готова у нас. Да. Сейчас возьмем эту штучку и попробуем ее разрезать. Как-то так. Только она у нас какая-то тупая, эта штучка, да? Да, она даже сочная, прикинь. Слышь, нормально получается такая. Чипс. И тянется даже так, слышишь, такая мягенькая. Ну что, пахнет? Тимур. Слушай, ну вроде такая, ничего, пойдем. Да, пахнет. Что, будем резать и кушать. Короче, такой мини-влог получился. Всем удачки и пока. И подписывайтесь на наш канал.